секунды выиграл мой сын. И когда на табло прозвучала фамилия, появилась Чебан, все, знаете, так сели. И тут заиграл наш гимн нашей страны. Это было круто. Все встали. Оккупанты и стояли пели гимн. Ну, не пели, но поддерживали. Поэтому я очень рада. И слава Украине! И призываю вас. Вот я очень рада. И я молю Господа Бога за то, что у нас есть такая земля, такие очаровательные люди и такая благодатная почва. Поэтому я вас просто призываю, берегите нашу страну, берегите. Слава Украине! Спасибо маме, спасибо тренеру, слава чемпионам!